Құрметті Карим Қажымқанұлы, құрметті әріптестер, Қазақстан Республикасы президентінің 2011 жылғы 28 қаңтардағы болашақтың іргесін бірге қалаймыз. Атты Қазақстан халқына жолдауымен экономиканың тұрақты және теңгерімді өсу бойынша жаңа мақсаттар қойылған болатын. Энергия үнемдеу саласында 2015 жылға қарай жалпы ішкі өнімнің энергия сиымдылығын кемінде 10% және 2020 жылға қарай 25% тиісінше төмендету бойынша мақсат қойылған болатын. Осылайша энергия үнемдеу энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі әдісі бола отырып, елдің стратегиялық мақсатына жатқызылған болатын. Энергия үнемдеудің стратегиялық мақсаты барлық салаларда, барлық аймақтарда және жалпы елде энергия тиімділікті өсіру болып табылады. Уважаемые коллеги, энергоэффективная экономика уже давно является стержнем и основой национальной политики многих передовых зарубежных стран. Предусматривающие воспитание молодежи, обучение на уровне среднего и высшего образования, проведение научных исследований в этой области, тесную работу с бизнесом, в рамках которой применяются стимулирующие и регулятивные меры. Таким образом, в таких странах формируется национальная политика энергосбережения, которая является важной составляющей эффективной инновационной экономики. Казахстан в рамках индустриальной инновационной политики также должен выстроить себе такую систему. В этой связи разработка единого комплексного плана повышения энергоэффективности Республики Казахстан является актуальным на сегодняшний день инструментом ключевой политики, направленной на развитие страны. Как уже было сказано, перед нами стоит задача по снижению энергоемкости ВВП в 2015 году на 10% по отношению к 2008 году. Если посмотреть на ситуацию в 2008 году, то видно, что у нашей республики есть значительный потенциал по снижению энергоемкости. В рамках изучения этого потенциала выявлено, что самой энергоемкой отраслью, а это более 70% потребления электроэнергии, является промышленность. При этом в стране более 30% производимой электроэнергии потребляют 15 крупных предприятий, таких как Аксусский ферросплавный завод, Арселор Миттал Темиртау, Казахстанский электролизный завод и так далее. Для того, чтобы понять основные проблемы энергопотребления и выявить потенциал, нами с привлечением зарубежных и отечественных экспертных организаций был проведен энергоаудит ряда предприятий, по результатам которого выявлен значительный потенциал энергосбережения. Так, к примеру, по Аксусскому ферросплавному заводу потенциал энергосбережения составляет 48% или 2,7 миллиардов киловатт-час электроэнергии, что в денежном эквиваленте равен порядка 16 миллиардов тенге. Аналогичный показатель по Петропавловскому заводу тяжелого машиностроения составляет 63% или 6,7 миллиардов киловатт-час электроэнергии. В результате проведенного анализа мы определили основные направления, на которых необходимо сосредоточенно проводить работу по повышению энергоэффективности в рамках первого этапа. Таким образом, основной упор будет сделан на, первое, промышленность, в том числе энергетическую отрасль, где обеспечение ежегодной экономики первичных энергоресурсов составит не менее чем 7,8 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Второе – это жилищно-коммунальное хозяйство и бюджетный сектор. Это обеспечение ежегодной экономики первичных энергоресурсов не менее чем на 0,9 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Для выполнения поставленной цели необходимо решить задачу по определению и принятию комплекса законодательных, организационных, научно-технических, экономических и финансовых мер. Во-первых, необходимо разработать единую базу данных и полноценную государственную статистическую отчетность в сфере энергосбережения. Второе, сформировать государственный энергетический реестр. Третье, разработать систему нормирования, стандартизации, сертификации и контроля в сфере энергосбережения. Четвертое. Создать условия, стимулирующие энергосбережение и повышение энергоэффективности. Для решения этой задачи предлагаются новые системные меры, инструменты и механизмы. В сфере промышленности, в том числе энергетики, предполагается: первое. Создание государственного энергетического реестра, субъекты которого потребляющие 1500 и выше тонн условного топлива в год, должны составить план мероприятий по энергосбережению и обеспечить ежегодное снижение потребления энергетических ресурсов. Второе. Проработка вопроса о частичном субсидировании проведения энергоаудита и внедрении системы энергоменеджмента субъектами государственного реестра. Третье. Это внедрение энергоменеджмента на крупных предприятиях. Четвертое. Ужесточение нормативов энергопотребления и пересмотр предельных тарифов на электроэнергию. Пятое. Разработка концепции законопроекта, предусматривающей введение запрета на раздельное производство тепловой и электрической энергии проектируемых энергоисточников без предварительной оценки возможности применения технологии когенерации, а также ряд других мер. По жилищно-коммунальному хозяйству, если разрешите, то подробно не буду останавливаться, поскольку мероприятия по энергосбережению в данном секторе ранее подробно рассматривались в рамках программы по модернизации жилищно-коммунального хозяйства. В бюджетном секторе необходимо будет провести энергоаудит типовых бюджетных зданий,
а также обеспечить внедрение критериев энергоэффективности и термомодернизации при капитальном ремонте бюджетных организаций. Вместе с тем, комплексным планом предусмотрен ряд системных мер, охватывающих все сектора. Первое. Для государственного стимулирования вышеуказанных мероприятий по внедрению новых технологий, систем менеджмента и модернизации оборудования предлагается рассмотреть вопрос о создании механизма финансирования проекта в сфере энергосбережения. Второе. Внедрение технического регулирования путем утверждения технических регламентов, стандартов, сертификаций и требований как и оборудованием, технологиям, так и для зданий и их проектным документациям. Третье. Обеспечение достаточного финансирования НИОКР. Четвертое. Подготовка отечественных специалистов в сфере энергосбережения. Пятое – это пропаганда энергосбережения среди населения. Большая часть из указанных мер нашли отражение в проекте закона об энергосбережении и повышении энергоэффективности, который в настоящее время находится на рассмотрении в Сенате парламента. Резюмируя, хотел бы сообщить, что комплексный план состоит из 47 мероприятий, в том числе 25 межотраслевых мероприятий, 5 пилотных проектов, 24 мероприятия в сфере промышленности, электро, теплоэнергии и жилищно-коммунального хозяйства. Реализацией комплексного плана будут охвачены все национальные компании, государственные органы, акиматы областей и городов Астана и Алматы, субъекты жилищно-коммунального хозяйства. Выполнение комплексного плана обеспечит снижение энергоемкости ВВП на 10% и ежегодную экономию 16 миллиардов киловатт-час электроэнергии, 11 миллионов килокалорий теплоэнергии, 7 миллионов тонн угля и в денежном эквиваленте около 200 миллиардов тенге. Но самое главное, реализация комплексного плана позволит сформировать совершенно новую систему, которая будет развивать модернизированную промышленность с высокой производительностью, разрабатывать и внедрять новые технологии повышения энергоэффективности, осуществлять подготовку новых кадров и обеспечить взаимодействие наук и реального сектора экономики, сформировать другое отношение и новое мышление у населения по рациональному использованию и разумному потреблению энергоресурсов. Учитывая значимость поставленной задачи и необходимость ее своевременного решения, прошу поддержать предлагаемый комплексный план. Благодарю за внимание.